Здравствуйте, ребята. Я в Тбилиси у Мамукия. На Халоке живет парень. Держит очень хорошую птицу. Наши лимонки. Вот там наверху сидят мраморные. Вот они, наши лимонки. Это армавир. Место, ребята, у него небольшое. Но когда человек голубей любит, я всегда говорю, не обязательно, чтобы шикарный голубятня была. Самый главный голубятня, какая птица сидит. Я вот сейчас буду снимать, потом я вам покажу нашу старинную породу лохматых. У нас всегда были с маленькими и с большими тоже. Вот этот пасман, вот этот. Голова тысяча. Чернохвостый кулинки. Мамука, вот это голова ты, да, вот это. Потом линку пойдет белую, а голова желтый останется. Тоже красивая птица. Вот тенец это уже тасман, это уже не лимонка, ребята. Только тасман смешанный с нашими. Ребята помешали и получили вот такую птицу. Птица у меня такой тоже есть. В красном мраморе, в желтом мраморе, не знаю какого цвета, но он мраморный. Мамука, я сейчас туда уйду и вот этих белых посади там, хочу снять, если можно. Давай. Эти армавиров мраморные, вы в России тоже увидите. Но вот этих белых я покажу, то что меня они понравились, с большими лохмами. Вот они. Мамука очень сильно любит, когда у голубя голова
красивая. Череп. Алло. О. Дай. Гамалка, гамалка. Не ревок, давай. Подовой. А кого? Кратковая солидовая, сама. Солидовая гарни. Не застрелись из-за белого вон. А сюда нет. Ты черванок. Письмо надо на выпад. Сюда подкинулся. О, моя мама вернулась. Это третий. Ваши цапшута. И вот мы ветсим сюда. Вот здесь играет, ребята, и лед. Когда вот такая крупная птица, обычно задают вопросы, летает. Есть породы, которые обыкновенно летают. Ребята, посмотрите у мраморного, какая голова. Цвета какие, посмотрите. Голову еще раз хорошенько покажи. Когда в руки не берешь, не позируй. Есть джиши, ретиан гера. Магастан. Хогамудия, мисет. Голова, ты посмотрите, ребята. Крупная птица. Вот старопородный чернохвост. Мама,
Лохматые головатые ребята. Вот там. Головатые и лохматые бивают, и босоногие. Ну что, я показал мамукины голубые. Всем пока, до свидания.